Здравствуйте, вы смотрите «Реальный разговор». Ждать ли распада Российской Федерации в случае поражения в войне с Украиной и так ли уж фатально размежевание для страны, занимающей седьмую часть суши и совершенно не умеющей распорядиться этим ресурсом? Напротив, вместо того, чтобы обустраивать свой безразмерный огород, идущий оттяпывать соседнее хозяйство. Так может быть, действительно, раз нет возможности прокормить столько ртов, отпустить провинцию на вольные хлеба, пусть скотинка набирает жирку на суверенных пастбищах. Но ничуть не бывало, ибо у этой страны есть заветный полковник, алкающий хрестоматийной славы собирателя русских земель. Заметьте, не про украинские, белорусские или грузинские земли в тех заданиях полковника ничего не сказано. Однако его присутствие там насколько зримо, насколько достает ракетный комплекс С-300. Столь же активно надо противодействовать экстремизму. Число подобных преступлений за прошедший год также выросло. И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные, попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле. Площадную лексику главы государства на коллегии ФСБ можно объяснить тем, что о распаде, как одном из возможных сценариев будущего путинской России, заговорили довольно давно, чуть ли не с окончания Второй чеченской кампании. Многие годы спустя, подписывая приказ о введении войск на территорию Украины, Путин вряд ли предполагал, что бесславная украинская война вернет его к необходимости вновь говорить об опасности развала страны. Его словно бы отбросило в прошлое, где 16-летний Рамзан Кадыров измывался над русскими пехотинцами, а истерия вокруг потенциального отделения Кавказа стала перерастать в фарс. Поскольку в истории с Чечней угрозы не помогали, пришлось включать печатный станок, и в карманы кадыровских пашей полились неучтенные миллиарды под гарантию сохранения мира в регионе. И так продолжалось до сих пор. Попытки отдельных руководителей кавказских анклавов обеспечить своим вотчинам похожую суверенность быстро разбились о неприступную Спасскую башню, где считали, что еще одного султана, который вдруг решит повторить взлет Рамзана, кремлевский боливар не переживет. Остальным претендентам на суверенитет попросту нечем было торговаться. У них не было сотен тысяч жертв шамановской зачистки, десятков втоптанных в оранжевую глину терека населенных пунктов. То есть не было ничего такого, что, не умевший сказать двух слов, но весьма предприимчивый Рамзан сделал товаром, вынудив где шантажом, а где лестью всемогущего Путина платить репарации за договорную военную авантюру. Соседние Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия тоже попытались заполучить кусок пирога, но в конце концов остались при трансферах из госбюджета согласно штатному расписанию. Ну а когда Путин дал понять, кого имеет в виду в качестве негласного наместника на Кавказе, юг России и вовсе приумолк. Теперь, когда большая часть России слилась в экстазе по поводу украинской войны, Путин уверен, что окончательно одержал пропагандистскую викторию внутри страны и по старой советской привычке обращается к красно-коричневой мифологии о тлетворном влиянии Запада, спящим и видящим Россию на собственных развалинах. Известно, что Путин и его окружение верят в эти истории так же, как они действительно честно верят, например, в план Даллеса. О якобы, опять-таки, по сути, расчленении Советского Союза, в данном случае и России тоже. Поэтому он считает, и абсолютно честно считает, что на Западе эта теория существует как минимум с 60-х годов, и она стабильно воплощается в жизнь, якобы. Нынешняя история – это явно получение какой-то аналитички о деятельности, назовем это так, зарубежной русской оппозиции или антипутинского сопротивления, как корректнее их скорее называть.
Соответственно, это последние действия Ильи Пономарева и компании по проведению разных форумов народов России. Это многочисленные, более сложные заявления и дискуссии на тему деколонизации России. Все вместе это в голове Путина превращается в Уральскую республику условную, которую он очень неплохо помнит, потому что действительно такие идеи носились в начале 90-х. Парад суверенитетов, чье авторство не без оснований приписывается Борису Ельцину, для Путина образца первой половины 90-х не был предметом озабоченности. Первая война в Чечне вывернула Путина страхом наружу. Он впервые понял, что может остаться без страны, которой удобно как прикрываться, так и приторговывать. И далее этот свой страх остаться без обналиченного подкорма экстраполировал на огромную территорию. В конце концов, добровольный невольник Спасских ворот совершил главное. Он окружил страну тотальным липким ужасом. Владимир Путин, в принципе, строит управление страной на страхе уже длительное время. Чем дальше, тем сильнее. И в последнее время страх – это просто единственный рычаг, который он использует. Поэтому в России гуляет множество страхов самого разного плана. В социологии, знаете, есть такой термин «логическая безопасность». Он означает какое-то, знаете, такое самое базовое ощущение того, что вот завтра мир не рухнет у тебя под ногами. И Владимир Путин сознательно бьет все время по этой логической безопасности, распространяя самые разные параноидальные конспирологические идеи, часть из них имеет какое-то отношение к реальности, часть не имеет никакого вообще. И я думаю, что здесь, на самом деле, ассортимент того, чем он почует россиян, очень большой. Но значит ли это, что Путин верит самому себе, когда заявляет о черной руке Запада, сжимающей меч, с помощью которого намерен отсекать от России, как от СССР, по куску? Давний знаток России, много лет проработавший в Москве в качестве корреспондента Financial Times Дэвид Саттер, не видит прямых параллелей между распадом Советского Союза и поствоенным развалом Российской Федерации. Все-таки Россия существует как настоящая историческая нация. Единственный вопрос, как будут реагировать национальные меньшинства, потому что многие из них были сильно эксплуатированы во время этой войны в Украине. Но даже там там будут разные, я думаю, подходы у этих республик и этих наций будут разные. Например, в Дагестане, где огромное количество разных национальностей, которые могут только говорить с другом по-русски, я не уверен, что они отделятся от России. Другие республики могут, но это все-таки не будет, я думаю, распад страны. Всем хорошо известна склонность полковника Путина к исторической мифологии. Его убежденность в замыслах Запада, направленных на сегментацию России, из той же породы мифологем, что заговор масонов или похмельные фантазии профессора Дугина. Путин имеет перед глазами сказку, утопию, извлеченную из дремучих недр валаамских гротов безымянными старцами по случаю прибытия на релакс большого человека из столицы. И в этой сказке страна рисуется ему угрюмым схимником, на чью девственность покушается искуситель западного ордена. И в этой смысловой конструкции все незатейливо. Есть Путин в понимании Путина. Отдельно есть страна, помещенная в чашу лужников. Иногда она весела, пьяна и предана, как пес, иногда упряма и взбалмошна. Есть другой мир. И вот тут возникает пауза. А что этому миру от нас надо? Чего добивается Запад, вдруг обнаруживая в поступках Путина черты подростка-двоечника? Ну, я уверен, что Запад не знает. И это, собственно, главная проблема взаимоотношений и будущей России, и даже отчасти нынешней России с Западом, а особенно с Европейским Союзом.
отсутствие какой-либо до сих пор сформулированной четко достаточно точки зрения. Существует несколько стратегий, и они друг другу достаточно серьезно противоречат. Первая стратегия, которой придерживается сейчас в основном, но не полностью, у руководства Украины, и которой придерживается значительная часть американских политиков, а также часть европейских, но это те европейские политики, которые более настроены на сотрудничество с США, чем внутри Европейского Союза. То есть мы говорим о странах Балтии, о Польше, может быть, еще о каких-то государствах в меньшей несколько степени. Эту стратегию я называю для себя больше ада. Чем чудовищнее Россия, тем понятнее, зачем с ней бороться. Поскольку аксиома состоит в том, что бороться с ней надо, и ничего хорошего в России вырасти не может, и ни о какой демократизации речи идти настоящей не может, значит, стратегия «больше ада» должна сводиться к тому, чтобы поддерживать даже деструктивные течения в самой России, не столько потому, что они могут способствовать ее развалу, а скорее потому, что это дает основания для того, чтобы дальше продвигать нарратив на сдерживание России, подавление России. Но раз так, то пресловутому коллективному Западу в логике Путина следовало бы предпринимать реверансы благовоспитанной гувернантки, а не гримасы в духе человека из Дворницкой. Слышим мы от Байдена, что да, Путин убийца, что он не может оставаться у власти. Помните, в самом начале, когда началась война-специальная военная операция, он сказал, что этот человек, что вообще что-то надо сделать. То есть это выглядело так, что вообще, конечно, его надо убрать. Но если слушать серьезных политиков без эмоций, Викторию Нуланд, которая тоже, в общем, как бы создает определенный нарратив, но и даже Виктория Нуланд, она такой хок, ястреб, она говорит, что да, если вот Россия там покажет себя ответственным международным игроком, то мы совершенно замечательно можем иметь дело с Россией. С другой стороны, Янс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, только несколько дней назад сказал, что несмотря на то, как бы это все ни было, России, мы не можем вернуться к тем отношениям с Россией. Скорее всего, большая угроза – это террор и самоизоляция. Или внутренние конфликты, которые... Я даже не вижу повод для гражданской войны, потому что Путин и его соратники, они стараются организовать внутренний террор, и Россия превращает своего рода Северной Кореи, ну, только на огромном масштабе. Но разве вот это не лечится? Кто-то немедленно воскликнет. Конечно, лечится, но исключительно средствами ВСУ. Хотя всем давно ясно, что у Украины цели значительно скромнее, и своими проблемами Россия должна заниматься сама, при том, что впереди ее могут ожидать отложенные последствия санкций, репарации, международные трибуналы, долгоиграющий комплекс вины. Часть страны под тяжестью содеянного уйдет в леса, часть запрется на кухнях рефлексировать под рюмку горькой, часть развернет спорадическую войну за бесхозные активы и территории. Публично порицавший 90-е Путин возвращает страну в ту же точку, откуда безоглядно бежал по призыву ельцинской челяди. И именно из этой точки он и вынес мантру о развале России. Я вообще не вижу никакой перспективы прямо развал. Что значит развал? Это какой-то миф, который я даже не понимаю, откуда, чем он может быть в принципе обоснован. Значит, с Россией есть другая проблема. С Россией есть проблема гиперцентрализации. Россия – это очень большая страна с множеством очень разных сообществ и культур. И для нее, конечно, важно иметь ответ на вопрос о том, а что, собственно говоря, нас вместе-то всех держит. Значит, если вы вышибаете эти ответы и вместо них оставляете только один, состоящий в том, что есть вождь, который все время напоминает про там, историю, значит, память предков и прочее. А если вождя не будет, да, то, как говорил Вячеслав Володин, не будет и России. Возможность внутренних конфликтов в России очень, очень большой. Возможность террора
это существует, потому что все-таки те, которые будут озлоблены, если Россия терпит поражение в войне с Украиной, они могут, например, стараться захватить власть, они могут организовать сторонников. Но это не то же самое, как распад страны, как мы видели в случае распада Советского Союза. Насчет отдельных частей, это просто маргинальный, меньше, чем маргинальный нарратив. И, кстати, вот здесь есть даже некоторые дебаты и разговоры про то, что, что называется, знаете, как называется, удобный идиот, что вот эти вот такие удобные идиоты, которые говорят, что да, нужно Россию, иначе она никогда не изменится, она другой не будет, она тоталитарная, а если ее разбить, то есть вот эти там, я не знаю, 3,5 голоса, они на самом деле, и здесь даже это часто говорится, и понимаете, я вот только что была в Вашингтоне, и там это обсуждали разные политические структуры, что от этих удобных идиотов становится хуже, потому что они дают материал, вот эти совершенно просто doomsday сценарии, то есть конец света для России, который особенно за последний месяц, за последние дни Путин особенно как бы увлекся этим нарративом, он вообще маргинальные. То есть есть какие-то аналитические изыскания, они не политические даже, они даже не слышны от политиков. Это аналитические изыскания, если что, то как будет, там, давайте посмотрим на развал Советского Союза и так далее. Путин словно бы множит войну, ставя метки, как мартовский кот на всех углах. И Запад обязан поддерживать градус его риторики. Война продолжается, ее нельзя закончить на путинских условиях. По украинским правилам объявить победу тоже затруднительно. Нет никакой стратегии для третьего измерения. У Запада отсутствует план действий на ближайшее десятилетие. Возможно, он ждет решения от россиян, но у россиян другого Путина для Запада не предусмотрено. А есть другая стратегия, Стратегия нацелена на то, что сотрудничать со 140-миллионным государством с ядерным оружием так или иначе придется. Скорее всего, оно не распадется. Вот здесь вот у них есть некое единство мнений. Значительная часть европейского истеблишмента к этому относится, западноевропейского. Администрация Джо Байдена, судя по всему, тоже к этой точке зрения склоняется. Соответственно, там борются две точки зрения уже внутри. Первое, необходимо ориентироваться на демократизацию России, уже сейчас готовить для этого кадры, поддерживать продемократическое вот это вот антипутинское сопротивление за рубежом и так далее. Вторая стратегия состоит в том, чтобы работать с правящим классом внутри России, работать на раскол элит и в будущем надеяться на то, что произойдет легкое демократизация, назовем ее так, оттепель, Россия останется авторитарным государством, но это будет авторитарное государство в рамках допустимого. Но до сих пор мы не слышали в словах участников разговора упоминания о русской оппозиции, которой по логике вещей предписано стать альтернативой узурпатору Путину. Но ведь и у Запада нет единого мнения относительно российских либералов, успевших не раз устроить из своей эмиграции то международный скандал, то посмешище. Кто-то говорит, что вот, да, значит, нужно работать с оппозицией, нужно не... Есть элиты еще в России, которых все-таки не нужно совсем от себя огораживать, потому что постсоветского режима. То есть это предположение, что по исторической формуле, что может быть каким-то ориентиром, но никогда не бывает точной информации. То есть по исторической формуле после Сталина приходит Хрущев, после Брежнева там еще с каким-то перерывом приходит Горбачев. То есть все как бы должно быть по этой формуле. Но может быть и не так. И другие говорят, что вы все-таки имеете дело с Путиным, потому что после него могут прийти совсем черно-коричневые или какие-то. И потому что вот эта вся политика цвета хаки, которая сейчас набирает обороты и уже совсем набрала, она может вылиться в какие-то совершенно страшные другие формы. То есть здесь, в общем, тоже у аналитиков и у политиков нет точного понимания будущего. Но если, скажем, Путин победит, ну победит в смысле, что сумеет,
сумеет захватить и держать определенный част Украины, который сейчас русские войска оккупируют, потом изменений в России не будут. И ментальность России не будет, не будет реформирован. Потому что это будет представлен как победу, и они будут готовить новую агрессию. Нина Хрущева и Дэвид Саттер, не сговариваясь, повторили тезис Ивана Преображенского о сторонниках большего ада и умеренных лоялистах. Но, по мнению самого автора тезиса, кого больше в этой глиняной конструкции? Сторонников ада меньше, но они гораздо активнее. Их слышнее, их виднее, и видно, как они постепенно сдвигают общественное мнение на Западе. А это принципиально важно, потому что речь идет о демократиях, в которых политики, даже если они придерживаются другой точки зрения, не рискуют высказывать публично свое мнение. Это очень хорошо видно в странах Европейского Союза, особенно в странах Центральной и Восточной Европы, где даже политики, которые считают, что необходимо найти какую-то стратегию для России на будущее, работать в рамках этой стратегии, четко описать, чего Европейский Союз хотел бы от будущей России без Путина, и на этом настаивать, поддерживать и даже, может быть, скажем так, то, о чем рассказывает Кремль, но чего в реальности нет, подкармливать это российское антипутинское сопротивление, оказывать ему всяческую поддержку для того, чтобы оно действительно стало влиятельным, и оно получило возможность, как об этом пишут, например, Каспаров и Ходорковский, и что сейчас вызывает большие сомнения, шансы на это, чтобы они смогли действительно в случае распада путинского режима приехать и при поддержке Запада сформировать новую власть и запустить процесс политического транзита в России от авторитарного, персоналистского, диктаторского, даже по сути тоталитарного уже во многом режима к мягкому авторитаризму и с элементами парламентской демократии. Но парадоксальным образом, через год после введения российских войск на территорию Украины, западное сообщество не сформировало внятной стратегии не только будущего, но и настоящего Европы. Ни у Вашингтона, ни у Лондона, ни у Берлина нет ответа на вопрос, какой план они могут предложить антипутинскому сопротивлению вне российских границ. Надежды на формирование запроса к потенциальной России без Путина призрачны. Но и иллюзии украинцев на развал соседнего государства, как и на скорый исход Путина, тоже можно считать успокоительным средством. Ситуация пока сохраняет статус-кво. И рассчитывать гражданам Украины лучше на свою армию, чем на сарказм диванных шутников. На телеканале «Настоящее время» был нереальный разговор. Вы смотрите нас по воскресеньям в 18:30 по московскому времени на самом телеканале или ищите на YouTube-канале «Настоящего времени», где можно оставлять лайки и комментарии. Это непременно расширяет нашу аудиторию. Всего хорошего.